Вот как выглядит рай человека, который очень любит готовить. Кофе я очень люблю. Здесь все практически из Гавайев мы привезли. Вот это тоже очень, кстати, вкусная пачка кофе гавайская. Гавайская ванила, макадемия. Тоже очень вкусная. Ну, вот это моя самая любимая, сука. Она пиздец дорогая какая. $50 за упаковочку. Ну, это стоит того. Топ-шелф, вот это вот машрум кофе, грибной кофе, это пиздец какая вкуснятина, просто вкуснятина. Зеленый чай тоже очень дорогой, охуенный, тропический. Bulletproof кофе, вот это хорошее калифорнийское кофе. Это кофе Сан-Франциско, такое очень хорошее. А это кофе у нас Dunkin' Donuts, великое кофе, очень вкусное. Здесь у меня еще есть вот такой Illy, классика, ну такой среднячок. Вот, а наш завтрак тем временем готовится, жарится. Овощи обжариваю, буду яичницу с овощами делать.